Здравствуйте. Сегодня мы сделаем замену передних тормозных колодок на машине Deo Matiz. Откручиваем колесо. Предварительно поднял автомобиль, зафиксировал его на ручнике, чтобы он не скатился. И откручиваем. Крутили колесо. Вывернуть руль, чтобы удобнее было работать. Откручиваем нижний болт, верхний болт на 14. Два болтика и снимаем цилиндр тормозной. Сняли цилиндр. Снимаем старые колодки. Еще могли походить, но уже можно заменить. Противоскрипные пластины сверху, снизу стоят на месте. Направляющие ходят мягенько. Берем новые колодки, устанавливаем. Внутренняя колодка. И наружная колодка. Сжимаем тормозной цилиндр. Я использую струбцину специальную. Можно обычной винтовой струбциной. Ставим на место тормозной цилиндр. Здесь пазы повернули, чтобы встало. Наживляем нижний болт, наживляем верхний болт. И зажимаем. После того, как вы установили, обязательно надо надавить на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр зажал колодки к тормозному диску. На одну сторону достаточно было надавить 4 раза. Все, вот он прижал. Выкручиваем колесо на место. И ставим колесо. Затягиваем колесо. Ну, в данный момент я использую пистолет. Все, колодки заменены. Старые колодки на металлолом. Всего доброго!